Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Для любителей криптомонет у меня сегодня на обзоре букс. Называется Fast Faucet. Значит, так вот он выглядит. Здесь последние выводы видим. Ну и регистрация здесь наипростейшая. Email логин. Так, email логин, два раза пароль, разгадываем капчик, кликаем зарегистрироваться. После нужно пойти на почту, подтвердить адрес электронной почты. И попадаем в кабинет. Название. Баланс у меня 2000 коинов, так как минималка также 2000 коинов, токены. И вывод здесь на Faucet Pay в лайткоинах, USDT и биткоин. Здесь коины, здесь они сразу конвертируются в криптомонеты. Также есть у нас ежедневный бонус. Сюда ежедневно кликаем. И получаем 50 коинов, эксперты, энергия, ну и все такое. И у меня стало 2060 вот этих коинов. Так. Ну, давайте я поставлю сразу на вывод, как тут, наверное, инстант идет, раз там показан в часах. Значит, ну я выведу тогда в лайткоинах, буду выводить. А потом пройдемся уже по меню. Значит, меня будет 2060 вот этих монет, токенов. Это 29 тысяч лайткоин сатош. Я перехожу на Faucet Pay. Надо взять адрес. Так, копирую адрес. Вставляем. Разгадываем нашу капчу. Так, сейчас, ребятки, дальше. Мячик. Готово. Вывод. Все. Монеты вывелись. Даже сейчас пойдем посмотрим история. Минималку я набрала быстро. Я в обработке, видим, да? Пендинг. Угу. Ладно, обождем. Значит, минималку я набрала быстро. Я собирала. В основном я здесь сижу на кране. Значит, это домашняя страничка идет. Вкладочка рефералы. Находится партнерская ссылка, если кому надо. Значит, это нам не надо. Здесь... тоже нам ничего такого не надо. Вот. Значит. Далее что идем? Вот я на кране, вот на этом кране я собирала. Разгадываем. Здесь кран замечательный, так как я зарабатываю, да, без вложений на буксов, собираю монеты. Кран без заморочек, без всяких реклам там подводных и так далее. Ну, во всяком разе, я вот сейчас вот кликаю по пустому месту, как бы нет таких реклам. Значит, разгадываем антибот и капчу. Далее что нам? Здесь у нас яблоко. Дальше. Яблоко дает нам 80 коинов. Вчера у меня было 90 коинов. Кликаем на синюю вкладочку. Все. 80 монет не засчиталось. Также здесь вот периодически попадается
Надо вот разгадывать как бы тоже капчу. Все. 80 коинов. Далее идем. Так, я работаю на кране в основном. Короткие ссылки. Если кому интересно, можете просматривать эти короткие ссылки. В офервал я также не лезу. Есть автокран. Также я надо, чтобы автокран был доступен, надо просматривать короткие ссылки. Я не просматриваю. Вот еще есть вот такой вот кран. Здесь, значит, 60 секунд, 20 коинов. Там кран 3 минуты или 4 минуты, уже не помню. Значит, 5-4, 5, 5-4. Разгадываем нашу капчу. Так, на 2 лампочки. Дальше. Тоже носить на вот эту синюю вкладочку. 20 коинов засчиталось. Далее идет рекламка ПТС. У меня ее не было. Я ее не просматривала. Сегодня зашла, у меня 6 вот этих рекламок на 180 коинов. И все они идут по 15 секунд. Давайте просмотрим. Кликаем. Идет таймер. Потому я и сказала то, что я сидела на кране. Кран без всяких заморочек. Может вам не подойти, как говорится, это дело хозяйское, да? Разгадываем капчу, возвращаемся. Вкладочку закрываем. Все. Таким вот образом просматриваем капчу. Задания нет ничего. Депозит не надо. Трансфер тоже. Ну и все. Давайте зайдем опять в историю. Посмотрим. Все в обработке. Я поставлю на паузу, как монеты придут. Значит, обрабатывается это все в ручном режиме. Я продолжу видео. Прошло 1,5 часа, монетки поступили на кошелек. Значит, будем иметь в виду, что вывод обрабатывается в ручном режиме. Так что еще пришло уведомление на колокольчик. Давайте перейдем на Faucet Pay. Обновим страничку. И посмотрим вывод. Так, Fast Faucet 29236 лайткоин. Сатош 15 июля. Все шикарно. Бокс платит. Ну, я вам все показала. Рекламку показала. В основном я сижу вот на кране. Сейчас вот рекламку эту пересмотрю, вот эту всю. И все, и буду я сидеть на кране. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Кому-то может понравиться, кому-то нет. Это, как говорится, дело хозяйское. Вот, ну, в общем, кому интересно, работайте. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.